Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы приехали снова в город Эшвилл показать вам очень красивый дом с видом на горы. И с нами, как всегда, наш риэлтор Татьяна. Привет, Таня. Всем привет. Добро пожаловать в Эшвилл. Я ваш риэлтор. Мы находимся в городе, который называется Фэрвью. Он находится на более в южную часть нашей каунти. И мы еще здесь не были, поэтому мы решили показать вам, какие дома продаются здесь. Расскажи пару слов про район. Этот дом находится не в сабдивижене. Он находится в зоне open use. То есть, что означает open use? Это ты делаешь, что ты хочешь. Хочешь поставить маленький домик? Ставь маленький. То есть, no HOA. No HOA, no restrictions, но ничего нету. Если мы посмотрим налево от меня, мы увидим, какие дома здесь находятся. То есть, как построили. Выглядит как будто как subdivision, но не subdivision. Также, если смотреть за тобой, тоже другого плана совершенно дом. Я имею в виду, как далеко здесь от магазинов, там, от аэропорта? Мы находимся где-то 15 минут от даунтауна. Угу. То есть довольно-таки недалеко. Съезжаем с этой дороги на главную трассу, и по главной трассе мы в даунтауне. И до... ко всему близко. Самый близкий магазин это будет, наверное, Food Line. И это продуктовый магазин. Он, ну, наверное, минут 5-7, угу, может быть. Хорошо. Если очень медленно. Это дом, как вы видите. Он продается за 679 тысяч. В нем 3 комнаты на первом этаже и 2,5 туалета на первом этаже и 1 комната на втором. И также есть туалет. Но эта комната, она находится над гаражом. И это даже очень уникально иметь такое расположение в доме. Пойдем посмотрим внутри. Да, тут такая ухоженная территория впереди дома. Да, красивая, очень ухоженный. Трава. Так как мы не в зоне как бы города, то у нас здесь нужно было пробить скважину. И вон скважина находится прямо на самом центре нашего ландшафта. Угу. Большой драйвей, чуть-чуть с наклоном. Кстати, пару раз у меня спрашивали, вот смотри, да, если драйвей с наклоном вот вперед, и говорят, ой, вода будет затекать вон туда в гараж, будет затекать 100%. Это да и нет. Два момента. Первый, если ты опустишь свою камеру чуток вниз, ты увидишь, что драйвей идет вниз, но также от гаража тоже есть спуск. То есть как бы вода вся должна уходить вот сюда. Угу. В этот дренаж. Второй момент, может быть, мы вам покажем в следующих домах, но бывает, они устанавливают решеточку, которая идет прямо вдоль гаража, и туда вся вода вытекает и куда-то за дом. Я вас уверяю, ни в один дом не заходит вода через гараж. Да. Все предусмотрено. Какой бы наклон ни был, с этим что-то придумают. Не, да, переживайте. Да. Это здесь точно не дураки строят. Смотри, мне этот цвет тоже очень нравится. Да, очень похож с одним из домов, которых мы смотрели. Угу. Сочетание между... Какой? Бургунди назвать? Я даже не знаю. Он такой не кирпич, не кирпич. Он такой темно-розовый. Какой-то томно-розовый. Я не знаю, как его, да, назвать, но очень красивый цвет. У меня сегодня цвета просто удивляют, угу, в домах. Больше, чем дома. Но... возможно, этот нас тоже удивит, кроме цвета. Да. Здесь красивое патио. Да. Посмотри наверх. Мне очень нравится, когда сделано деревом. Uh-huh. И также вот эти can lights поставлены. Они у тебя там есть. И ненавязчиво, но свет дают тебе очень даже хороший. Мне нравится, что здесь кусты. Потому что они все-таки... Я бы хотела, чтобы я как-то всегда была закрыта от соседей. Я хочу тут закинуть ноги. Чтобы шортиках, никто не видел. Никто не видел, как я пью кофе или что-то еще делаю. Но ты можешь это сделать вот здесь. Ой, потрясающе. Если ты хочешь вообще опустить, то обязательно опустите до конца. Утром. Ага. И даже тут система. Опустите. Хорошо. Очень много места здесь. Отлично. Я бы еще поставила ставни. Я просто их очень люблю. Красивая деревянная дверь. Угу. В этот звоночек звонить не будем, а то нам сразу скажут, здравствуйте, вы кто? Там кто-то есть. Ну, смотри, как выглядит, когда ты заходишь. Вау. Какой суперэффект
потолки играют в доме. И первое, что приятный запах. Кажется таким светлым первое впечатление, да? Да, очень светлый. Тоже есть камин. И он также, этот может быть или газовый, или он может быть даже электрический. Я думаю, наверное, он электрический. Угу, очень много окон. Здесь, там по сторонам. Да, и даже вот одно там наверху. Угу. Много света попадает. Очень высокий потолок. Большая люстра. Угу. Здесь при входе есть гардероб сразу. Пожалуйста. Тут можно тумбочку для обуви поставить. Да. Мне нравятся такие лавочки. Садишься, угу. Удобно. Положил свою обувь. И все это открыто на кухню и на нашу столовую. Угу. Я бы, может, даже побольше стол могла бы сюда поставить, не только на 6 человек. Я думаю, что 8-10 даже поместится. Да. Мне не хватает там чуть-чуть. Надо попробовать стульчик. Давай. Просижу ли я на нем долгое время? Он такой деревянненький. Ну, неплохо так покушать, но я... Ну, посидеть с гостями, долго в игры поиграть настольные, наверное. Попа заболит. Ну, можно подушечку подложить. Мне вот не хватает... Ну, это лично мне. Вот здесь я бы продолжила кухню, наверное. Но тогда не получится стол, наверное, поставить. Ты бы сделала айленд вот сюда. Угу. Я бы, наверное, тоже, чтобы для бара. Мало поверхности, мне кажется. Да. А, да. Тут еще есть, я не заметила. О, я думаю, что-то мне не хватает. Где все? Очень интересно, как далеко находится сама комфорка от нашего синка. Ну, да. Потому что если ты что-то там моешь, что-то делаешь, у тебя очень большое расстояние, чтобы сюда принести и начинать готовить. Так, как тебе такие стульчики на тест? О, замерзнет. В шортах точно не сядешь. Саша, ты себе там не нравилось, пожалуйста, сиди на таких. Ну, высота мне нравится. Мне нравятся такие высокие поверхности, но просидеть долго я не смогла бы. И плюс они холодные. Да. Ну, это такое, знаете, мелочи. Это вы поставите свои стульчики там уже. А холодильник, интересно, идет в продажу? Должен, да. О, тут люди живут, кстати. Угу. Довольно-таки ухоженно, да? В доме. Ну, хотя дом на продаже всегда предполагает собой, что нужно убрать перед тем, как ты дом продаешь. О, смотри, ой. Для нас оставили. Я шучу. Ой, это мы хорошо забрали. Это от детей прячут. Так, вытяжки нет. Нету. Очень интересно. Мне нравится такой гранит. Island. На нем, наверное... Не очень незаметно проливы. Угу. О, смотри, вот для нас оставили. Да, я уже одним глазом так смотрела. Что тут такое интересное? О, лайм, возьмем лайм. Это оставляют для риэлторов, для клиентов часто, чуть ли не в каждом доме. Оставляют снеки какие-то, напитки. Вот американцы такие, да. Предусмотрительные, представляете? Если ты хочешь поставить свой дринк вот сюда, тоже. Мы рекламируем Century 21. Это компания? Это другая риэлторская компания. Да. А ты в какую? А ты в своей? А, я в своей. Таня, каждый раз, когда я приезжаю, какие-то подарочки мне дает. То от своей компании, то нет своей компании. Все подряд. О, надо поделиться. Да. Окошечко? Как раз находится над нашим синком. Ну, вид. Бент супер. Смотри, как у соседей классно выглядит. И у этих, и вон туда дальше, если посмотреть. Mm-hmm. У них какой патио сделано. Какая идеальная американская жизнь. Умеют они все-таки создать какую-то красоту, уют. Пойдем посмотрим, как у нас выглядит все с порчика. За это я хочу заплатить 670, сколько ты там сказала, тысяч? 679. Да, за вид, за район, за цвет дома. За прекрасную порч, на которой можно посидеть, mm-hmm. посмотреть на горы. Можно также сделать себе огород, вон как соседи делают. Кстати, я обращаю внимание, большая территория. Да, 0,81 акра. Это очень много для Эшвилла, и не только для Эшвилла. Это больше, чем у меня дома. И смотри, она не гористая.
пример привела. Ну, да. Это больше, чем у меня дома, на минусочку. Но я просто... Почему? У меня дома 0,59, и это очень много, особенно когда ты 3 часа косишь траву вручную. С собачкой со своей. Да, ощущаешь все эти акры. Да, это точно. Так что вот этот дом я бы обратила пристальное внимание. Я бы тоже. Мне нравится вот этот бэк-ярд, это вообще отпад. Я бы сделала, наверное, там маленький огородик тоже, как соседи. Mm-hmm. И у них, конечно, не такая привлекательная фарпит, как у других соседей справа. Это все дело наживное. Мне кажется, ли там какая-то, может, речушка есть? Выглядит, что да, может быть, какой-то крик есть. Угу. Проходит между двумя... Крик, не пойму. Крик — это ручей. Ручей. Да. Так. Очень даже симпотно. Симпотно, тут можно подкрасить, собачки тут бегали. Видно. Да. У них очень красивые цветы растут, кстати, сзади. Посмотри. Угу. Молодцы. Ой, молодцы. Они лилии, розы посадили. Это удивительно, на самом деле. Как называются вот эти, которые длинные? Гладиолусы. Гладиолусы. Я тоже посадила в этом году. Угу. Очень красиво. Угу. Молодцы. Не часто делают здесь ландскейпинг такой с цветами. На Вышвиле я заметила, чаще делают. Да, зимой ты будешь видеть все горы. Вот через эти все деревья, так как не будет листвы. Я предпочитаю так смотреть, потому что зимой это все черное. Ну да, не так уж и интересно. Эти ветки черные. Видишь всех соседей. Да. Ой, я не могу лету нарадоваться. Я, наверное, еще одну зиму не переживу в Южной Каролине. Там так депрессивно зимой. Ужас. Бесцветно. Бесцветно, серо. Тут хоть горы есть. Да. Мне нравится. Белые кабинеты. Дом был построен в 2016 году. Так что он не такой старый. 8 лет. И у них вон даже есть, как ты говорила? Доводчики. Доводчики. Ну, это вообще, это просто последний выстрел в меня. Контрольный. Сердечко. Красивые полы. Тоже нравится цвет. Такой легкий. Дерево. Не выглядит дешевым. Здесь у нас пентри. Тоже довольно-таки большая. Я могу зайти. Еще даже можно конфетки. Еще одну полочку поставить. Ментоловые, представляешь? Что? Конфетки ментоловые, о, зеленые. Класс. Угу. Идем дальше. Потом у нас есть половина туалета. Мне нравится, как они сделали геометрический рисунок. Угу. Дает какой-то шик или какую-то дает изюминку этому месту. Вместо того, чтобы быть бесцветным. Здесь у нас одна комната. Какая интересная планировка. Видимо, детская. Мне нравится. Со шкафчиком и с выходом на... с видом на наши прекрасные горы. Потрясающе. Смотри, большой шкаф. Угу. Мне нравится планировка, не знаю. Мне тоже. Такая... Высокие потолки. Мне нравится, уже... когда ты в комнаты проходишь через коридорчики. Создается впечатление какой-то приватности комнат. Да, да, я согласна. Интересно, что там у него висело? Качели. Наверное, канат? Качели. Качель, может быть, да. Я профессионал, специалист по качелям. А, ну да, я забыла. Так, продолжаем. Смотрим на эту сторону. У нас находится здесь наша ландри. И она прячется за дверьми. Стиралка. Mm-hmm. Как раз как ты и говорила. Запрятала все. Mm-hmm. Да. Пусть вот гремит, стирает. Вот не надо отдельная комната. Вот просто такое помещение. Отлично. Да. Класс. Столько дверей. Mm-hmm. Что интересно там? Mm-hmm. Кладовочка под лестницей. Ну, обычно его ставят в гараж, но в этот раз спрятали в комнатку. А теперь вот у нас гараж. На две машины. С большой собачкой. О, я испугалась. О, две собачки. Небольшой гараж, супер. О. Тихо, мы не заходим, мы только так, одним глазком. Угу. Хороший гараж. Хорошие собачки.
Слушай, это не как в том доме, где она была не закрыта, нигде сидела и смотрела. Я не то, что испугалась, я просто не ожидала там собаку. Я тоже не ожидала, я думала, что... Я не испугалась. Здесь у нас еще один туалет. Но это полный. Получается, с ванной, туалет и раковина. Такой же гранит. Да. Я думаю, там стандартная ванна. Высокий потолок. Здесь тоже, кстати. Потолки супер. И мне нравится, что они поставили везде вот эти вот can lights. Угу. Это дает тебе просто яркий свет. И... Какого года этот дом? 2016. Относительно новенький. Угу. Это еще одна комната. И у нее, получается, ты смотришь на соседа. С собачками. Хорошая цена. Здесь у нас. Для такого района. Наш шкафчик. Тоже хороший размер. Мастер-бедрум мы еще не видели, да? Нет еще. Смотри. Вот. Это обои? Да, это обои. Что-то наклеили. Интересно. А здесь у нас мастер-бедрум. Мне нравится этот цвет, кстати. Смотри, большая. С кинг-сайз кровать. Слушай, прикол. Я недавно, пару дней назад снимала видео с одним риэлтором. И там была точно такая же кровать в Южной Каролине. Один в один. Я просто даже на эту картину посмотрела, мне кажется, даже картина была такая же. Интересно. Это как, наверное, country French. Типа, как country перевести? Деревня? Да, типа деревенская. Ну, суть country как-то по-другому имеется. У них как-то по-другому идея, да, имеется. Смотри, два окошечка нестандартного размера, но придает хороший вид. Как бы тоже свет поступается, и у тебя через большие окна вид на горы. Мы не можем это не показать. Слушай, что не комната, вид на горы. Отлично. Да. Красота. Но больше всего меня впечатлило, что здесь такой большой бэк-ярд. Это редкость для Эшвилла. Еще почти ровный. Хватайте, покупайте, берите, обращайтесь к Татьяне. Лучший риэлтор города Эшвилл. Или как моя дочка скажет. Смотри, какой туалет. Отпад. Высокие countertops. Прям по нам. Да, мы девушки высокие. Да, мы не короткие. Но ты на каблуках, и я тоже просто. Я не на каблуках. Ну, почти мы одинаковые. Почти. Так. Что у нас? Доводчики имеются. Все по красоте. Нету ванной, но и ладно. Ну, очень большой шауэр. Знаешь, так все современно. Да. Мы как-то с тобой снимали дома до этого. Они были примерно в такой же ценовой категории, но они были постарше. В годах. А тут... У нас еще есть окошечко. Да. Тоже с видом на горы. Вид попадает в туалет, да? Попадает ракурс. Сейчас примеримся. Ну да, видно. Горы видно. Ну все, берем. Берем. Берем дом. Я бы жила в таком доме точно. С высокими потолками, большими комнатами. Так, ты спешишь? Нет? Да. Забыла показать, да, точно. Не такая уж и большая, но нужно ли больше? Ну, я тоже, знаете ли, вам ерунды не покажу. Я часами сижу, выбираю дома, какие вот показать самые лучшие. Какие-то Татьяна добавляет. Но выбираем самое интересное. Да. Теперь мы вернулись назад в наш hallway. Теперь на living room. Пойдем посмотрим. Я забыла, что есть еще и второй этаж. Да, у нас еще второй этаж. Так хорошо цвет этот играет. Свет. Тут когда мы заходим на второй этаж, у нас тут есть кладовая довольно-таки большого размера. Можно сделать ее как гардероб, наверное. Или маленький офис. Да. Хотя, если посмотреть здесь, вот этот сам по себе пространство, здесь будет супер для офиса. Или, может быть, даже для каких-то игр, или сидеть телевизор смотреть. Что-то можно придумать, да. Что-то можно придумать.
Или джем сделать. Здесь у нас еще один полный туалет. Такого же плана. Гранит. Угу. Туалеты и ванная. И везде окошки. Везде окошки. Обычная ванна. И тут еще... У нас есть шкафчик для полотенец. Смотри, как интересно они сделали. Угу. Тоже придает какой-то стиль. Да. Все цвета подходят с цветами дома. И вот у нас последняя комната. И эта комната, как я сказала, находится над самим гаражом. Смотри, заходишь, у тебя есть две гардеробные. Я обожаю такие закуточки. И большая комната. Так, покажу гардеробную. О, смотри, вот тут тоже можно офис делать. Да, везде. У них очень много разных маленьких, не то что маленьких, таких мест. Для американского нажитого добра. Не тесно, есть везде, все есть. Еще один гардероб. Да. Отлично. И большая комната. Ну да, в Южной Каролине этот дом стоил бы 1500 с землей, но не было бы гор, не было бы рядом Эшвилла потрясающе. Он был бы в сабдивижене? Вот, наверное, да. Здесь много кто любит жить не в сабдивижене. Потому что там можно строить, что хочешь, какого размера хочешь. У нас найти дом без HOA, это... Ну, рядом будет какая-то стройка, какие-то мобилхомы, какая-то, не знаю, а бы что. Здесь можно посидеть. Сейчас скажут, Вера, что ты Южную Каролину там уже это... Посмотреть на соседей. Я, на самом деле, не предвзята ни к какому городу, ни к какому штату, ни к каналу. Я говорю свое личное мнение. Я Эшвилл обожаю, были бы деньги, я бы здесь жила. Вот, а так мы живем в Южной Каролине, потому что там бюджетно. И дом купили, поэтому там. Пока что. 100%? Первый дом. А второй, кто знает, может быть, будет здесь. Вот. Да. Да. Посмотри, у них тут какая подсветка. Эшвилл – это место, которое тебя всегда зовет к себе. Да. Подсветочка, да, интересная у них. Интересно, где она включается, правда? Ой, какая картинка. Как с фильма. Идеальная американская жизнь. Да. Спокойная. И тоже у них на ту сторону тоже вид есть. Угу. Ну что, мы все показали. Да. Я под большим впечатлением. Лампа почти Тиффани. Или под Тиффани. Ой, комнатка эта классная, конечно. Что они там делали? На потолке. Что-то было. Где? Или это свет? Это свет так падает. И не прицепиться ни к чему. Ну ты смотри. Смотри. Да, это свет так падает. Так. Да, от окна. Да, ну что, этот домик берем однозначно? Берем. Берем. Переезжаем, пишем чек. Вот, слушай, это, наверное, такой первый дом, который, ну, реально, вот в Эшвилле мне запал в душу. Он соответствует цене. Земля, опять же, удивила меня. Хорошо, звоним Татьяне, назначаем appointment, приезжаем и покупаем. Сколько он на маркете? Сейчас посмотрим. 4 дня. 4 дня. У вас осталось еще несколько дней. До того, как он уйдет. Да, дом сам по себе супер. Я не ожидаю того, что он будет на рынке долгое время. Кстати, те дома, которые мы первые снимали, там за 900 тысяч, такие, помнишь, такие современные черно-рыжие. Да, да, да. Продались быстро вообще. Да, но продались. Один из них, который мы за 900 смотрели, продался за 890. Он был, по-моему, 960. Что-то типа такого. Короче, они хорошую скидку сделали, но продали. Я вот еще хочу сделать видео дома, которые я снимала, показать, за сколько они продались. Но я ленюсь. Вы пишите в комментариях, если... Короче, скажите, Вера, делай. Я лень, потому что, мне кажется, не наберет просмотров. Если вы напишите, наберет Вера, делай, я сделаю. Все. Мы поехали снимать следующий дом. Татьяна, спасибо, что привезла нас сюда. Всем пока.